Готов. Точка входа через 30 метров. Вперед. Жнец, приближаемся к точке входа. Будьте осторожны, мы столкнулись с силами СДФ. Цели на тепловизоре рядом с вами. Будьте бдительны. Стойте. Пошли! Поднажмите. Осторожнее. Они их просто казнили. СДФ нужно оружие, а не пленники. Множественные цели. Ищите, пошли. Принято. Противник стоит! Чисто. Рассыпаться. Наше оружие в хранилище, в полукилометре отсюда. Враги прямо перед нами. Проверьте оптику. Как думаешь, они слышали взрыв? Может и да. Тогда давай их поприветствуем. Добро пожаловать в исследовательский центр Европа. Бросай антиграф. Принято. Эй, что за... Готовы. Выдвигаемся. На помощь! В моем районе! Готов! Проверьте все углы. Жнец, мы в исследовательском центре. Идем к арсеналу. Принято. Имейте в виду, войска СДФ скоро будут внутри. Нельзя допустить, чтобы операция Рая увенчалась успехом. Как только оно будет у нас, я смогу запустить процесс самоуничтожения. Принято. Внимание на лабораторию. Контакт! Атакуем в лоб! Тут что-то есть. Визуальный контакт. Не расслабляться, мы еще не закончили. Поджарим гадов. Цели уничтожены. 1-1, мы опаздываем, и топливо почти на исходе. Что там у вас? Двигаемся к цели. Точка выхода через 6 минут. Конец связи. Оружие на другой стороне. Мы их опередили. Сайпс, ломаем. Все чисто. Джекпот. Вижу хранилище. Жнец, мы добрались до арсенала. Идем забирать оружие. Принято 1-1. Оружие в хранилище. Как только заберете его, я запущу протокол самоуничтожения. Оружие за этими дверьми. Дело за тобой, Вольф. Загружай его, Сайпс. Оно нам понадобится. Держи, Вольф. Технология та же, модель компактная. Так вот, зачем они охотились. Жнец, оружие у нас. Подтвердите запуск протокола самоуничтожения. Понял. Запускаю процесс самоуничтожения. Понял, 1-1. К вам идет СДФ, пехота и техника. Больше 50. Уходите оттуда немедленно. Понял, мы выступаем. Встречу через 5 минут. Время не ждет. Вперед! Внимание! И 12!
Да! Ой! Нужен воздух! Иду к тебе! Подними его, ему нужен воздух. Дыши, боец. Сколько вас пришло? Здесь все. А как насчет того корабля, который мы сбили? Моим людям нужен врач. Заботишься о своих людях? Поэтому вам и не видать победы. Это место уже не ваше. Прикончите. Не трать пули. Давай-ка прогуляемся. Невеселый списочек. Мирно не павшим. Неделя флота как есть. Мы же всего день на планете. Предпочитая черноту космоса. Да, и я тоже. Рейнс говорил о каком-то E3N. Не слышала? Никак нет. В четырехзвездочных рукавах Рейни всегда есть пара. Он полетит на церемонию вместе с нами. Не называй его так. В лицо не буду. Расступись. Проходите, лейтенанты. У службы свои плюсы. Нас ждет самолет. Дешевая показуха на потеху толпе. Это работа с общественностью. Это пропаганда, Сол. Мы потеряли четверых и устраиваем праздник. У нас связаны руки. Отдохни-ка сегодня, Лис. Это приказ. Ты не можешь мне приказывать, мы равны по званию. Очень страшно. Это еще что? Кажется, это E3N. Так точно, сэр. Старшина первого класса, E3N. Я в порядке. Вот, возьми! И расстреливают наш флот. Надо подняться на башню и вернуть контроль над орудиями. Отбавиться!
Поднимаемся на второй! Есть! Веди рейс! Еще цели! Скар, это 1-1. Как слышно? Высадка войск! Надо вернуть контроль над Атис. Остальное сейчас не важно. Нет, бесполезно. Боевые частоты заглушены. Вот, я нашла осколочные. Отлично.
Башня должна быть уже близко. Тут масло гражданских. Зачем они стреляют в гражданских? Не знаю, Итан. Пушки Атис все еще стреляют по нашему флоту. Чтобы спасти город, нам надо проникнуть в башню Атис. Стойкий подбит! Осторожно! Дальше по улице! Огонь! Лестница сюда! Собираемся! Держимся рядом! Продолжаем идти, парни! Итан! Вперед! Веди нас! Есть, сэр! Впереди гражданские! Не стрелять! Вы в порядке, сэр? Уходите в укрытие! Уходите с улицы! Укрывайтесь в домах! Влево, по лестнице! Слышишь? Что-то приближается. Берегись!
Сэр, связи по-прежнему нет. Башня Атис прямо перед нами. Подойдем поближе. Они сбрасывают снижай. Огонь по ним. Граната не по ботам. Прорываемся. Впереди! СДФ рвется к власти уже много лет, Итан.
Они знали, что здесь собрался весь наш флот. Внутри движения. Рейс, займись дверью, я прикрою. Заткните их! Отличная работа, Лев. Ценная штука. Оставьте ее себе, сэр. Внимание всем! Группа золота под обстрелом! Продвижение невозможно! Нужен огонь на подавление! Затмение! Это номер первый! Как слышно? Отлично, адмирал! Какие указания? Отработайте главными по башне! Надо прикрыть наземных! Есть, сэр! Срежем здесь! Лейтенант, поднять шакалов для поддержки с воздуха. Принято, сэр. Врача! Врача! Возмездие, это 1-1. 1-1, возмездие на связи. Крок, СКАР-3 на вылет. Работа по земле. Принято, лейтенант. Расчетная минута. Номер первый золоту. Авиация на подходе. Как только они ударят, берем высоту. Принято, на затмение! К бою! Вызываю огонь! Цель отмечена! Принято! Цель подтверждаю! Начинаю! Огонь! Огонь! Хорошо отработал, 3-1! Понял! Выходим из боя! Цель отмечена. Он нас переживает. Захожу на цель. Мы тут застряли. Пушки, пушки, пушки. Хорошо отработал, 3-1. Подожмем. Башня на вершине холма. Золото 2-4. Идите на левый фланг. 2-6, займитесь правым. Так точно, иду на левый. Ближе, не расслабляться. Группа золота, статус. Идея на месте, слева. Это 2-6, на месте. Ладно, начали. 3-1 на связи, жду указаний. 3-1 на связи, жду указаний. Вызываю огонь, цель отмечена. Принято, цель подтверждаю, начинаю работу. Огонь! Хорошо отработал, 3-1. Понял. Выходим из боя.
согласно указаниям. 3-1. Цель отмечена. Принято. Захожу на цель. Пушки, пушки, пушки! Яблочки, 3-1. Понял. Отхожу. Вызываю огонь! Цель отмечена! Принято! Цель подтверждаю! Начинаю работу! Огонь! Огонь! Хорошо отработал, 3-1! Все чисто! Выходим из боя! Там засел отряд СДМ! Понял! Занимайте оборону! Скар пойдет внутрь! Итан, подключись к камерам Атис! Что там творится? Есть, сэр. Начинаю передачу изображения. Осталось 10 кораблей. Флота UNSA больше нет. Начинаю ликвидацию системы Атис. Марш с вечером. Идем, быстрее! Итан, вперед! Джекпот! Внимание всем, повторяю, джекпот! Смени робота, отведи пленников в камеру. Старшина, запускай Атис, корабли противника все еще здесь. Так точно, адмирал? Силы САТА засели снаружи и развертывают БП. Понял. Пойдем посмотрим на этого ублюдка. Осмотреть его надо. Обойдусь. И документы есть. Это он. Майкл Аарон Пейдж, инженер-механик, стаж 2 года. Спящий агент СДФ. Имя не мое. Это кличка идиота-землянина. А твое имя? Командор Акил Минрая. Фронт обороны колоний. Операция на Европе? Ты начал войну. И я ее закончу. Адмирал, данные о целях для Атис почти готовы. Быстро ты, Итан, молодец. Вы оттягиваете неизбежно. Увести. Марс, вечер. Стоять, десант. Дай мне 5 минут наедине с этой тварью. Солт. Столько невинных жертв, Рейс. Отомстим за них в бою. Ладно. Готово, сэр. Пошли.